Личная. Входите. Я думала, вы пришлете мне повестку. Садитесь. Садитесь. Может быть, для начала принести присягу? Говорить правду, только правду и ничего, кроме правды? Ну что же вы молчите, майор Головко? Впрочем, в моем положении, наверное, надо говорить гражданин майор. Почему вы молчите? Вы будете говорить? Тогда скажу я. Не нужно. Нет, нужно. Я не могу поверить, что Гриневич убийца. Меня познакомил с ним Архипов. В тот вечер Сева ждал меня на лестнице какой-то жалкий, потерянный. Мне в голову не могло прийти. Я только сейчас все поняла. Вы пришли что-то узнать от меня? И узнали. Это низко. Уходите! И можете вызывать меня повесткой. Надевать наручники, сажать в тюрьму. Уходите! Странный сегодня какой-то день. Как будто бы я бежал, бежал и вдруг остановился. Я давно искал тебя, Зоя, очень давно.